В Москве стартовал 2 международный форум развития парламентаризма, организованный Государственной Думой России. В форуме участвует также парламентская делегация Армении во главе с председателем Национального собрания Республики Араратом Мирзояном. Мы против попыток решения конфликтов силовым путем и приветствуем направленные на установление стойкого мира инициативы. В этой связи подчеркну, что мы продолжаем выступать за мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Конфликт должен быть урегулирован на основании уважения бесспорного права народа Арцаха жить свободно и безопасно, сказал председатель армянского парламента. Арарат Мирзоян от имени армянских парламентариев также с радостью поприветствовал возвращение российской делегации к работам в парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЕ. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, за что мы будем очень благодарны вам.